рубашка голубого цвета Calvin Klein за $13. Здесь такие кеды, 6,5 размер, стоят, смотрим, $25. А Anastasia Beverly Hills, румяна, $9.99. Всем привет, друзья! С вами Соня и добро пожаловать в мой новый влог. Сегодня я собираюсь поехать в магазин TJ Maxx, посмотреть, может быть, там что-то новое привезли. В прошлый раз там были пустые полки. Вот, думаю, проверить еще разок съездить. Поэтому, кто любит такие видео, то поехали со мной. Ну что, как всегда, начнем с сумок. Смотрите, какой прикол. $24 сумочка из дерева. Миленькая. К моему сегодняшнему образу, наверное, будет прикольно смотреться. Сейчас вам покажу. DKNY. Очень симпатичная, мне кажется, миленькая. Стоит. Цена 38. Цвет приятный. Надо примерить. Вот первая деревянная сумочка. Вот вторая. Вот такая стильная сумочка DKNY. Очень мне нравится, кстати говоря. С джинсами будет красиво выглядеть. Что скажете? Смотрите, сумка Michael Kors за $104. Оригинальная цена намного выше, я точно знаю. Вот еще такая сумочка нежно-голубого, очень красивого цвета от Kate, как называется, Kate Spade. И она стоит $64 по скидке. Мне очень нравится, но я не знаю, голубой цвет только на лето, да? Зимой особо никуда в таким цветом не пойдешь. Хотя... А вот такая сумочка, очень модная. Стоит она... Стоит $29. Сейчас примерим ее. Смотрите. Мне кажется, я когда была в школе, наверное, в классе в 5-6, такие сумки вот под мышкой были очень модные. Сейчас, я знаю, это вернулось в моду. Но мне не нравится. Кроссовки Puma розовенькие. Посмотрим, сколько стоят. Где цены? Я что-то не поняла. А, вот. Значит, стоит $34. Что скажете? Пумочка розовенькая. Как вам? Мне не очень нравится такой яркий розовый. Не мой любимый цвет, мягко скажем. Такие сандали Tommy Hilfiger за $24. Как вам нравится? Мне кажется, симпатичные. Классные кроссовки Reebok за $25. Очень крутые. Прямо я их захотела. Что делать? Мой размер. Кто знает, сколько обычно стоят Tommy Hilfiger кеды в России? Здесь такие кеды. 6,5 размер стоят. Смотрим. $25. Для сравнения, в России средняя цена побольше. Смотрите, сандали Dr. Martens за $35. Дедушкины сандали. А как вы относитесь к моде на такие сандали? Я вот как-то не могу себе такое купить, не представляю, как я бы в них смотрелась. Вот такая универсальная, просто классическая рубашка голубого цвета Calvin Klein за $13. Сейчас скидки на более такие теплые вещи. Вот, например, пиджак Tommy Hilfiger за $23. Джинсовка Michael Kors за $24. Кстати, мне что такая симпатичная. На камере цвет более яркий, в жизни он такой более приглушенный. Конечно, тут, если честно, нужно ковыряться. Вот, смотрите, такой пиджак за $12. Надо сначала насмотренность себе сформировать на сайтах, да, на каких-нибудь Пинтерестах, просто смотреть современные коллекции, которые сейчас представлены в магазинах, и тогда будешь в курсе, что сейчас модно, и... сможешь тут из говна и палок, как говорится, найти что-то приличное. Вот интересная рубашка фирмы Theory, вот этой за $36. Это хорошая фирма. Мне кажется, эта рубашка даже шелковая, если честно. Ну, с какой-то шелковой нитью точно. Классно. Это размер L, но я решила приложить к себе. Возможно, будет, если заправить, даже будет интересно смотреться, что скажете. Только Discord стоит $180 по скидке по сравнению с 510. Очень, конечно, интересная модель. The Theory за $259. Она просто кожаная куртка. Но в целом, конечно, симпатичная. Такая косуха просто кожаная. Так, смотрим труселя. Пришли. Вот, просто Tommy Hilfiger труселя. Наборчик из трех трусов стоит $10.99. Они такие стрёмные, я такие не купила ни за что. Девочки, ну раз сейчас лето, решила еще купальники взглянуть. Смотрите, что нашла.
купальник слитный. С таким колечком наверху. Девочки, Michael Kors. Michael Kors стоит $15. Представляете? Вообще, можете представить, как это возможно, такие цены? Конечно, купальники тут не очень много красивых, но вот можно кое-что и выбрать. Главное, чтобы размер подошел. Девочки, ну еще один такой красивый. Смотрите, на одно плечо слитный. Тоже с колечком и тоже Michael Kors. Стоит $30. Представляете, мой размер. Висит, видимо, ждет меня. Что делать, скажите? Как поступают в этом случае, когда вроде бы все есть, но еще хочется? Как вы справляетесь с такой ситуацией? Смотрите, еще тут оказывается Michael Kors. Раздельный купальник Michael Kors, смотрите, стоил $57. Сейчас его цена 30. Ну как вот это вообще? Ну вот как? Как жить? Короче говоря, я неспокойная женщина. Я решила поехать еще в Marshalls, только что мы с вами были в Берлингтоне и в TJ Maxx. И я тут... Опс. И я тут такая все-таки психанула и доехала до Marshalls. Я надеюсь, что там будет что-то все-таки из косметики, потому что в предыдущих магазинах именно полки с косметикой были абсолютно голыми, пустыми. Там какие-то 3 шампунчика стояло. Вот, так что пошлите проверим еще, что в Marshalls происходит сейчас. Я знаю, что продукция Тиги достаточно дорога в России. Здесь вообще цены нет. Ну вот в целом, например, смотрим. Что такое Foxy Curls, видимо, что-то для кудрей $10. Большая банка шампуня $10. Тоже шампунь $10. А, это кондиционер, это шампунь. Вот это мой любимый лак для волос, который у меня сейчас есть. Он классный, мне он нравится. Тоже $10. Вот такие цены. Палка от Pericon MD. Это очень классная фирма. Мне еще ни разу не попадался ни один плохой продукт. Здесь стоит $15. Сейчас мы посмотрим с вами, сколько стоит это средство на официальном сайте. Смотрите-ка, что я нашла. Это ночная маска для губ. И я видела такую на iHerb за $20, а здесь стоит $14.99. Поэтому я ее беру точно. Смотрите, Anastasia Beverly Hills. Румяна. $9.99. Too Faced. Палетка хайлайтеров за $15. Хайлайтер Too Faced за $10. Смотрите-ка, что тут у нас еще есть. Это палетка теней от Urban Decay. И я знаю, что в России она стоит около 5000 рублей на официальном сайте, а здесь $17.99. Ну и для детей тут тоже куча вещей фирменных. Under Armour за $14 футболки. Adidas. Nike. Nike $14 комплект с шортами. А нет, с шортами дороже. Вру. А нет. Да, это комплект с шортами. $14.99. Давайте что-нибудь мужское еще посмотрим. Вот белая рубашка. Tommy Hilfiger. $20. Что тут еще у нас есть? Рубашка Tommy Hilfiger. Вот такой интересной расцветки в клеточку. $16. Мужчины, кто смотрит. Как вам? Сколько обычно Tommy Hilfiger стоит? Ральф Лоран. Лорен, как правильно. $29 рубашка. Ну, в общем-то, это все, ребята. На этом я заканчиваю, наконец-то, свои бесконечные походы по магазинам. Я надеюсь, что вам было интересно смотреть разницу цен в Америке и в России. И если вам интересны такие видео, то напишите мне в комментарии, и я буду снимать их еще для вас. Подписывайся на мой канал и пока-пока!